Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваши ЦИПСО запускают пафосные ролики с обращением к белорусам. Пытаются нас в чем-то обвинить, местами даже запугать. Но мы-то с вами люди военные и понимаем, что запугивание – это удел слабых. Уже неплохо то, что вы вспомнили, что мы братские народы. Это позитивный сигнал. Видно, генетическая память к вам начинает возвращаться. Хорошо было бы, если бы вы вспомнили, что наши деды и прадеды вместе пешком дошли до Берлина, погасили печи концлагерей, добили фашистов в его логове, пока улыбчивая и толерантная Европа сдавалась. Может быть, вы еще вспомните, кто они, настоящие герои той войны? А если об этом вспомнят еще и ваши слуги народа, то сегодняшнее противостояние можно будет остановить. Что касается нас, повторим то, что не раз заявляли на всех уровнях. Если вы не хотите с нами войны, ее не будет. Не провоцируйте нас, не пытайтесь нас запугивать, не нагнетайте, и все будет так, как вы хотите. Дело за вами. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы провокаций ответим без промедления.